Плотной городской застройки Черезовские пруды – отличное место для релаксации. Жители песочни с удовольствием прогуливаются здесь, кормят голубей и уток. Однако состояние прудов, мягко говоря, не соответствует представлениям о городских водоемах. Этим летом не случайно возникла инициатива провести акцию «Чистые пруды Рязани». 2017 год объявлен годом экологии, и нам предоставилась еще одна прекрасная возможность внести личный вклад в дело охраны окружающей среды и, более того, сделать каждому реальное дело по тому, чтобы наш город становился комфортнее и красивее. Совсем не летняя погода, между тем, не стала препятствием для осуществления масштабной уборки Черезовского пруда. Одновременно такие же группы волонтеров чистили пруды и территорию рядом по улице Интернациональная и по улице Коняева. Всегда приятно ходить по чистой убранной территории, дышать свежим воздухом и наблюдать, как растет трава, а не валяются бумажки и полиэтиленовые пакеты. В ближайшее время запланированы мероприятия по санитарной очистке береговых полос, прудов Черезовских, Дягилевских и поселка Южный. И вполне возможно, водоемы, так давно запущенные и забытые, вскоре станут настоящими изюминками своих районов.